Очень интересный художник в этой книжечке. Автор Юрий Черных, Егоркины скороговорки. Большой формат. Есть пятнышки, как видите, по обложке. Есть пометочки. Ну, очень интересная сама книжка. Иллюстрация. 92-й год. Москва. Издательство «Детская литература». Художник Каневский. Посмотрите на эти необычные иллюстрации. Очень смешные, очень забавные. Смотрите на этого деда. Бабка, петух. Какие интересные, да, животные. Очень необычная, очень интересная книга такая. С теми иллюстрациями. Коржи, смотрите, в шапке. Классная, конечно, книжечка. Дед Мороз на санях. Необычная, очень мне нравится. Очень интересная.